Вот уже четвертый год подряд поддерживать общественный порядок в Чувашии полицейским помогают народные дружинники. Они стоят бок о бок с профессионалами и помогают раскрывать преступления. На один из рейдов с участием добровольцев выехала и наша съемочная группа. В составе народных дружин люди разных профессий и возрастных категорий. Но цель у них одна – сохранить общественный порядок на улицах столицы. Обучение приемам самообороны – неотъемлемая часть подготовки народных дружинников. А дальше получили задание и на точку. В рейд добровольцы выходят только вместе с сотрудниками полиции. Олегу Никитину работа дружинника знакома. Днем он следит за порядком в спорткомплексе ЧГУ, а вечером выходит в рейд по улицам Чебоксар. И так с 2015 года. Гражданская позиция у меня такая, чтобы город был. Общественный порядок, меньше беспорядка было, чтобы. И нравится эта мне работа. Народные дружины в Чувашии появились в 2015 году. На данный момент их 26 в республике. В ряды добровольцев вступили более 500 мужчин и женщин. Наша задача – помощь сотрудникам полиции при выявлении таких нарушителей, как мелкое хулиганство, распитие. Мы являемся понятыми, пишем объяснительные, как гражданское лицо. Явный плюс от работы дружинников отмечают и жители Новочебоксарска. В городе стало спокойнее, говорят они. Довольна тем, что все хорошо у нас, спокойно в городе, то, что есть и дружина. Думаю и считаю, что они нужны нам, нашему городу. В 2018 году в Новочебоксарске народные дружинники помогли предотвратить почти 1000 административных правонарушений. Ежедневно. И в выходные дни, и в праздничные дни, на мероприятия массовые они активно принимают участие. Без них мы никуда, это прямо наша помощь. Это замечательные люди, они с таким, знаете, с такой гражданской позицией. Во-первых, они сами очень положительно к этому относятся. Во-первых, во-вторых, они не безразличны к тому, что делает полиция. Для того, чтобы вступить в ряды дружинников, нужно быть не моложе 18 лет. Быть инициативным, целеустремленным, психически устойчивым и готовым к неожиданным ситуациям. Например, к таким. У этих ребят нормальная реакция. Главное – предупредить грядущий конфликт и дать понять нарушителям, спокойствие горожан дороже всего. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.